готовы договориться? Да готов, готов. Вот столько могу дать. Сейчас, подожди, я в частную машинку зайду. Опа. Подумаю, сколько с тебя взять. Крайне подключился с сектора. Проехал. Типичная бумажка откуда-то появилась. И передалась инспектору. Утренний заработок принят. Нормальненько. Ну, господин инспектор, сегодня мы с вами познакомимся. Пошел жене звонить. Сегодня куплю тебе сапоги. Вот он. А может, это у них сейф, но он сейчас сделает вклад. Неа. Нормально зарплат, 5000 за 2 минуты. Вообще молодцы. У нас депутаты столько не получают, как гаишники. Здравствуйте, можно познакомиться? Ну, мы к вам обратились, вы должны представиться, назвать свое звание, фамилию, должность. Номер жетона 770077. Господин полицейский, мы вас просим представиться. Ваша фамилия, имя, отчество, звание и должность. Моя фамилия? Да. Гуськов Александр Владимирович. Гуськов? Да. Александр Владимирович. А вопрос? Кем вы по должности являетесь? Инспектор ДПС. Какого полка? Какой роты? Какого батальона? Отдельный батальон Северо-Востока. Так. Что случилось? А ваше звание? Лейтенант. А, лейтенант, да, прошу. А скажите, пожалуйста, а вы считаете, что отпускать нарушителей и брать взятки – это нормально? Нет. Нет? Ваши действия как-то на другом говорят. Не очень правильным делом. Конечно, конечно, мы здесь. Или спали. О, что ты делаешь? Что ты делаешь, эй? Ремонт светофора по-русски. То есть сначала инспектор бьет ногой по светофору, потом светофор не работает. Приезжают ремонтники, а светофор, и светофор начинает работать. А вот этот инспектор нас, собственно, сильно интересует, потому как считает, видимо, что можно брать взятки и отпускать нарушителей. Запомните, суставам и позвоночнику нужен гелодринк из Чехии.